Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, у меня для вас есть две новости. Первое хорошее, то что я себе купил самый дорогой брелок Stand of 2, это тот самый Charm Otch Pachmak. Ну а теперь плохая, то что у меня все как обычно, не как у людей. А что же именно произошло, прямо сейчас вы все узнаете и даже увидите. Но перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть Kunai Poison. Чтобы его получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать любой хороший комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну что же, я всем желаю удачи. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Ну что же, давайте начнем с того, что это самый дорогой брелок Stand of 2. То есть вот прямо сейчас мы видим брелки, ну и дороже брелка просто-напросто нет. Вы посмотрите на эти цены. Цены просто какие-то конские. Цена на Charm Otch Pachmak стоит 68 тысяч голды. Но нет, ребята, я купил по закупке. А именно за 32 тысячи голды. То есть я считаю, это очень даже хорошо и прям очень даже замечательно купить за такую адекватную цену. Но теперь самое интересное и почему же я снимаю данное видео. Да, я купил брелок, да, он самый дорогой, но не в этом-то суть. Суть в том, что когда я нажимаю на этот брелок, у меня появляется какая-то непонятная надпись, и я вот не пойму, то ли это скин разработчиков, то ли это какой-то взлом, то ли это какой-то баг, но посмотрите, надпись «Элерго». Что это значит? И я, честно говоря, хочу прямо сейчас, прямо при вас нажать вот прямо сюда, но мне немножко страшно. Ну что же, нажимаем и... Так, а ну-ка, и давайте выберем AWM Treasure Hunter, а ну-ка... Ой-ля, ой, ребят, посмотрите, я просто не могу, это сон, просто вау, очень круто. Так, а теперь давайте попробуем снять данный брелок, снимаем. Так, где, посмотрите, Солдерирга, что это такое, на каком это языке, что это значит, честно говоря, мне немножко не по себе, я вообще без понятия, что это, ну давайте нажму Солдерирга. Ёлки-то палки, ребят, я, конечно, все понимаю, но это, конечно, какая-то трэш. Обратно нажимаем LRG. Кто шарит, пожалуйста, напишите в комментариях, какой это язык, потому что я просто в шоке. Надеваю на AWM Treasure Hunter, и, блин, как же это классно. Давайте посмотрим на все это в игре. Ой-ля, ребятки, ну че, покупаем нашу AWM, ой. Ой, ну я просто не могу. Посмотрите, какой маленький брелок, ну вы просто вдумайтесь, сколько же он стоит. Я просто в шоке, у меня самое дорогое оружие в игре, и на этом самом дорогом оружии самый дорогой брелок в игре, я просто в шоке. Давайте прямо сейчас проверим анимацию осмотра, потому что мне очень интересно, как же это будет смотреться. Вау, слушай, ну я прям чувствую эту богатую дорогую жизнь. Давайте попробуем стрельнуть, а ну-ка. Блин, ребят, очень круто. Короче, у меня есть для вас одно очень крутое предложение. Давайте прямо сейчас проверим реакцию игроков на данный скин. Так, ну что же, ребятки, я выбрасываю просто моему тиммейту и посмотрим на их реакцию. А ну-ка, давай, давай, давай. Клюет, клюет. Ой-ой-ой, подобрал, посмотрите. Сейчас будут скрины делаете. Ой-ля, парень скрин делает уже, ой-ля. А второй говорит, не, дай мне ВМ. Блин, ребят, слушай, прикольная тема, надо почаще снимать подобные видеоролики. Парень просто в шоке, посмотрите, он там скринов сделал себе на всю жизнь вперед. Так, ну что же, прямо сейчас будет самое-самое интересное, потому что я наконец-то себе куплю AWM Treasure Hunter с брелком. Так, ребят, смотрим на реакцию моих тиммейтов, а моим тиммейтам, кажись, вообще все равно, ребят. А, не все равно, не все равно. Парень уже становится на колени из-за этого скина, не, братан, меняться не будем, сам понимаешь. Ну извини, но это как не очень равноценно. Так, давайте сейчас я кому-то... Ох ты, блин! Ой, нормально, 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 замочил. Мне очень интересно, напишет ли этот парень, что я читер или нет. Так, минус 2, ух, блин, ничего себе. Так, ребята, сейчас будет полная веселуха и полный разгар. Ну что же, ребятки, я только что зашел на карту зона 9. И сразу же ко мне тут подбегает парень и говорит, давай меняться. Ну ладно, так уж и быть. Пацаны, вот кто победит, того и АВМ будет. Давайте, уже тут два парня подошло. Так, пацаны, 3, 2, 1, налетайте. И кто подберет? Эх, блин, не успел. Так, ну что же, сейчас парень будет делать миллиард скриншотов. Опа, 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 скриншоты пошли в дело. Ой, красавчик-то какой.
Ну вот прямо сейчас будет самое веселье, потому что я обратно себе покупаю АВМ Трэшер Хантер с брелком. Так, ребят, посмотрите моих тиммейтов. Мне уже кажется... А, парень уже встал на колени. Парень уже знает, что надо делать, чтобы получить такой скин. Так, пацаны, ну давайте, давайте, давайте. А если я вам Керамбит Голд покажу, как у вас будет реакция? Ой, ля! Тут просто вся команда присоединилась. Блин, ребят, ну это реально очень смешно. Просто вся команда стоит и бегает за мной. Посмотрите, мои два личных телохранителя. Так, ну что, давай, до свидания. Так, ну что же, я же представляю реакцию этого парня. Он такой... Ой, красиво так. Как прям, ребят, прям пропечатал, прям пропечатал. Так, ну что, остался последний террорист. Я его тоже хочу замочить с АВМ Трэшер Хантера. Но нет, он заплатил бомбу на пункту Б. Ничего, сейчас мы, короче, добежим к нему и мочканем его. Так, 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 ну-ну-ну. Ловись, рыбка большая, маленькая. Ну, ребят, дайте мне ее, пожалуйста, кильнуть. Так вот, он сзади, он сзади, он сзади. Ой, да, просто посадил на Керголд. Ой, ребята, посмотрите на этого парня. Он, походу, до сих пор делает скриншоты. Короче, я вам скажу так, я ни капли не жалею то, что я купил АВМ Трэшер Хантер и брелок. Посмотрите просто. Парень не понимает, что происходит. Вся команда, абсолютно вся команда сбежалась и начала смотреть на мой АВМ Трэшер Хантер.